На 3 дня город Иваново превратился в танцевальную консерваторию для тех, кто не может жить без танцев и учит этому искусству других. В стенах Центра развития творчества детей и юношества «Танцы плюс» состоялся семинар-практикум по современной хореографии. Наш проект универсальный и, можно сказать, уникальный в регионе, потому что тот материал, который дается презентерами и педагогами, он может реализовываться как педагогами дополнительного образования, танцорами, профессиональными хореографами, балетмейстерами, ну и также воспитанниками, несомненно. Семинары проводятся в Иванове уже 3-й год подряд. В январе, когда педагоги формируют свои задания на учебное полугодие, и в августе, чтобы со свежими силами и новыми идеями начать занятия со своими воспитанниками. Мы целый день занимались, они устали. Я потом поехала на работу и думала, как же я буду работать, потому что сил никаких нет. Но я пришла, и у меня столько энергии появилось. И столько желания работать. Практическая часть семинара была посвящена новым танцевальным техникам. Мастер-класс показал Павел Куров, педагог модерн-танца кафедры хореографических дисциплин Санкт-Петербургского университета культуры и искусств. Всегда готов делиться материалом с людьми, потому что у меня есть опыт, есть багаж. Все очень старались, все проявляли свою инициативу, энергию. Вот, я получил удовольствие работать со студентами. Ученики тоже остались довольны качеством преподавания и полученными знаниями. Новую информацию многие готовы применить уже на первом занятии со своими воспитанниками. Когда проекта «Танцевальная консерватория» в Иванове не было, приходилось ездить в другие города. Теперь самые известные и маститые хореографы с удовольствием приезжают в Иваново. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.